Программа. Да. Я не хочу собаки начинать, чтобы не расстраиваться сразу. Подразогреемся, А. нахуй, на двух бутерс гаганаша так же, блядь. Да нет, да гаганаш проще, это все легкое. Тракс лучше тогда. Там все рассчитано на то, что, блядь, от захилану. И от того, что вынесут нахуй проклятие. Воронки эти нахуй. Ну вот смотри, вот наши ШМы, по сути, да, у нас что, 3 ШМа и 1 ВХ. Это что, это Биг Дэм, но он на хиле. Биг Дэм, Хулидринг и кто еще третий-то был, блядь? Рарник. Рарник, а где Рарник, блядь? Я же видел его Бля, где-то. я танчу. Кого танчишь? Давай, завязывай. Пошли, у нас как раз один слот. Все, пошли трэш тогда чистить. Давай, блядь, инсика, ФК. Похуй, ну вот эти 4 хила захилят. Только двух не агрите, все хуярим. Короче, новогодний рейд, короче, блядь. Двойное ЕП, не забудьте мне только об этом напомнить. Без ГП и шутки про Новый год, короче. Кто когда обрыгивался на Новый год, короче, рассказываем. Чтобы это... Никогда не обрыгивался. Понятно. Человек... У нас даже есть не пьющие люди в гильдии. Да не, я пьющий. Пьющий? Ну не обрыгивался. Болеют или как? Не пьют. Нет, не видеоблогер этот. Как это называется? Как правильно это сказать-то нахуй? Это долбоёб обычный. Давай. Летсплейщик. Бичплейщик, блядь. 15 лет не пьют, я понял, блядь. В смысле, я в 14 пил уже, блядь. Алкаш со стажем. Нормально. Да как хули пил я там, блядь, ну вино, стакан, хули это пить, что ли, блядь? И под хуйня. Столом, да? И, ну да, это так и было. Все, Седжу, тебе дается возможность рассказать историю своей жизни. Как ты попал на этот сервер, расскажи нам. Давай, рассказывай, блядь. Да никак, просто попутным ветром занесло. Я понял, блядь. Неинтересная история, короче. Кто там с голосом? Да это я пернул. Его сдуло чисто на сервис. Вот это интереснее, блядь. Лифтанул. Вон Бен рассказался, как было. О, Бен Стиллер, давай тебя будем пытать. Давай, рассказывай какую-нибудь историю. Ты же хочешь быть Ирелом 25? У меня рта нет. Я понял, сука. У меня монитора нет, блядь. Да не, он с морозом. Так давай рассказывай что-нибудь. Ну типа, я пришел на Сирус, а тут, блядь, Войд кидает пати в гильдию и говорит, блядь, год, это Г25. Я пошел, нахуй. Тактику не знаю, нихуя. Ну давай, хули я за тебя рассказываю. Еба, я понял, блядь. Мне что ли все истории рассказывают? Что рассказывает? Ну историю блядь, какую-нибудь. Ну, блядь, как ты попал в гильдию? Как чё там, блядь? Как тебе понравилось тут? Кто тебя хуесосил? Кого ты хуесосил? Как дела вообще? Всех? Какую хуйню? Что-нибудь, чтобы было, ну, чтобы люди как-то почувствовали дружелюбную атмосферу, блядь. Это мы чем? Что я пропустил? А кто тут люди? Кто люди? А вот тут есть люди? Равис, Равис, ну давай ты попробуешь. Ни у кого не получается. Расскажи историю, как ты попал в эту гильдию. Я спросил на гильда, в которой был до этого. Мне собрали палку, и теперь я буду делать боссов для сапсеров вместо ВХ. Я понял, а? Вот там челик Зози просит, типа, канал. У него нет прав. Я ему... Канал. Краткость, сестра таланта. Я его кинул в канал, анал. Сейчас ему дали роль, дам роль. Новичок тебе дал, Зози. Базарить умеешь? Сейчас мы у Зози спросим. Зози, умеешь базарить? На, там на рацию, если что, кнопку надо нажму. Умеешь или не умеешь? Нахуярь в чат, если не умеешь. Не пишет ничего. Значит, Зози отсутствует. Умею, просто надо перезайти. Давай перезайти. Пока. Это, можно тебе вопрос? Давай. Почему именно ДК? Какой ДК? Ну, ты это... ГМ? У нас в основном. Почему именно ДК? Ой, почему он ГМ или почему что? Почему он танк? Не, почему именно ты решил выбрать ДК? Почему не прототовары там, не прототалы, именно ДК?
А, так, ну, так нахуя на одну и ту же эту граблю наступать 10 тысяч раз? Пошли не на этого босса, это центральный же вроде. Пошли на другого. Там еще моб и того бить будем. ДК, потому что, ну вот, первый перс у меня был вар. Фурик. Вот, и я играл на циркуле. Я просто дамажил. Мне вообще похуй было на все. Я когда первый раз рейлил, у меня даже ни фрейма фрейда было, нихуя не было. Я просто говорил БР и не называл даже ники. И мне говорил РЛ, типа, блять, хули ты не называешь ники, нахуй. Типа, блять, кого резать, че резать, как, нахуй. Никто не понимал нихуя. Ну, пиздец, вакханалия была. И потом уже челики, которые танчат, да, ну, допустим, Вилаш у нас танчит, ты такой... Ну, заебался играть, типа, ну, уходит с игры там. Ну, или говорит, я в ДД хочу. Ну, типа, собрал шем, я в ДД хочу. И не хочет танчить. Вот я такой говорю, ну, давайте я, говорю, создам ДК, буду танчить, короче. Вы меня только научите. Ну, меня учили, знаешь, как. Первый год я танчил вообще. Одну ЛПшку нажимал и больше нихуя не делал. На полу на тебя, да? Ну, на полу. Ну, я не хуй знает. Изменилось дохуя чего. Ну, хули. Короче... Вот это был мой второй перс играбельный. Ну а дальше я вроде создавал. Сейчас вспомню, блять. Он тебе Юля пишет. Собери ей шем. Да соберем, хули. Опа. Алло. Еще бы если. О, а Вадикон у нас что теперь Элем? Да. Ой, а как быстро? Слышно? Респект. Слышно, слышно. Он ставьте шкаф, Биг Дэм проснулся. А кто это спрашивает? Слышно, это Зози? Это я. Да. О, Зози, расскажи свой опыт игры в World of Warcraft. На Афе играл. На Афе играл. Ну, короче, не Лива из гильдии, тут нормальные пацаны, там, во всех остальных гильдиях пидоры там, короче, у нас нормально. Понял, да? Я пидор. Как скажешь. Короче, тактику, знаешь... Тебе никогда не сомневался. Плохая реклама была. Ебать. Хоть лучше пусть такая, чем никакая, блять, правильно? Этот, Зози, знаешь тактику на ДТГ 25? Ну как в десятке-то, да. Да. Изи, короче. Так, Рависта с умонем. И вот Вар где-то бежит, да? Так, Вар бежит, ставлю рыбу. Короче, это самый простой босс. Тут просто. Ну, диспель что-то, реплеха, шалфир, хульдецетом по раску нажимайте. Там Бурибай, хульдрид помогайте точечно, там по меликам. Отворачиваться, отбегать, выносить метки и пиздец. Ну, отворачиваться это вот так вот спиной вставать боссу, спиной вот на время коста. Все, и метки право-лево к стене выносите и все. Если будет места мало, дальше проведешь и ваши туда. Ну, скажите там, если хуево будет меликом стоять, скажите сами. Войд, скрин глянь в этом, в охладилке. Так, шо это? Шо это? Каскадер? Details, смотри. Воет, как дела? Я понял, блядь. Почему паладин, блядь? У меня так-то друид. Ладно, рыбу пожрали. А, я не пожрал. Ну, паладин. Слышь, ссылку, сука, не пашет. Так, ссылку дайте. Да, сейчас я дам ссылку. Вот гостиная, гиена какой-то. Гиена. Сейчас тебе роль дам. Вот, нормально. Все, базарить умеешь? Да и похуй, не надо пока позарить. Так, чек на пол. Лучше не базарить, да. Так, а убрать ассистов у всех, да? Вот так. Берем пока. Если будет тот тупить, с миликов там еще рарника возьмем. Ульдрин готов? Пошли. Все, даю отчет. Да. Go вайп. Вайп отряд. Бич отряд. Блять, а мы в 5 хилов, если что, так что осторожно. Если хилы выносят, подстраховываю. Метки выносим. Те же Зози. Не тот босс. Отвернулись. Кто не отвернулся, тот пидор. Смотрим. Гиена Банай. Как дела? Гиена, блять. Вот, Валфар, отбегай в следующий раз от зеленого говна под боссом. Значит, шотнет тебя. Метки выносите. Ну хули ты стоишь, одна секунда уже показывает. Блять, разлил прям в рейде. Кто это был, нахуй? Рвист Инсика, кто-то из вас. Мудак. Ну, ГП не дается, придет. Отвернулись, придется ругать просто так людей без ГП.
Триплёха, сука, метка, а ты в фире бегаешь. Как дела, блядь? Хилы, а вы его хильнуть не можете? 25 тысяч всего надо захилить. Где хил? Ну, поточечно, по людям, которые, сука, фир словили. Вы чё, дрочите, что ли? Вал, Валфар, как дела? Как, блядь, как дела у тебя, нахуй? Напиши мне в речат, пока что, нахуй. Метки вносим. Крестик, черри, полой, разули, глаза. Готовимся, фир сейчас будет. Валфар лежит, нахуй, поебать. Ты хоть в чат что-то напиши. Отвернулись. Самый простой босс... Бен Стиллер, как дела, блядь? Почему ты словил эфир, блядь? Триплёха, криптолк, выносите, блядь. Меня подставили. Я понял, блядь. Тут не могут подставить. Подножку подставил тебе, да? Седжу, нахуй. Вот, смотри. Да, Ген, да. Ген умер, Мэтт Фокс умер, нахуй. Мэтт Фокса рез, его быстренько захиливаем. Мэтт Фокс, вставай. Захильте Мэтт Фокса. Дал тебе идер. Готовим сейчас эфир, будем метки выносим. Отвернулись. И когда вы выносите даже метки, нахуй, вы от фера отворачиваетесь спиной, даже если вы бежите на босса, блять, обратно. Бидон, ставь тотем, шелфир, гем на ману. Кто сдох, тот мудак. Ну, это первый раз прощается, так, выношу метку, прям в самый угол. Смотрите, гайд показываю. Прожал дубовую кожу, вынес метку. Отвернулся, вот сова, видите? Спиной встал. Вот, вот это, блять, молодец. Был себя гайд. Себя не похвалишь, никто не это похвалит. Это был новогодний гайд, блядь, ребята, блядь. Метки в Рей, криптолк. В Рей. Чуть не сдох. Так. Уярим. Что-то босс далеко, видите, ушел. Подходите поближе. Ну. Хорошо, что интересно, а тут баблом заэвэдить метку можно? Да, наверное. Да. Готовимся. Сразу скинется. После сокрушающего эфира отвернулись. Отвернулись быстро, блядь. Никто не ловил фир. Молодцы, блядь, нихуя себе. Бля, Вадикон, вставалку. А чё там, там в рейде метка, что ли? Ладно, лежи, похуй, добьем. Оставь вставалку. Чё, метки выносить. В вставалках упадём? Да пойдем, пойдем. Сейчас давай эту хуйню разъебем. Посмотрим. Почилить. Этот, Гиен и Валфар. Отвернулись. Отвернулись. На, это наматывайте на уст там тактику вот эту вот. Вот это зеленое говно под боссом, это отбегать надо. Имейте в виду, блядь. Они отбежали и сдохли, блядь. Это хуево. Вот там лям сейчас добьем уже. Зойзи. Подойди чуть-чуть. А, уже поздно. Так, лут здесь в этом инсте консул. О, запы, запы мне. Так, какие там запы? Сейчас посмотрим. Так, дробяшка, кому надо. А, и аддон, и PGP Loot Master ставьте. Пока что. Зачем тебе запы? Сломать их, ну. Так, блудника, да. Так, да, ремень. Какие же только скритом? Кольчуга MP5, что с хостой, да? Это на Эршаму. Есть какой-то Эршам? Ну, он там сразу быстро на Эршаму. А нужна эта чарка на Эршаму? Так, Бурибай или НС, как у вас? Да, на Эршаму нужна быстрина и еще сейчас скажу. Какая. Ну, Бурибай не хилит, блядь, наверное, НС-ки. Войд. НС-ка бич. Давай... И сила прилива тоже нужна. Давай, Лехи, 4-4 на Эршаму соберем. Да, давай, это самое... Так, наручи с чем там? Не-не, я Элем, вы че? С хостой. Сразу я Элем. Так, холидринг тебе надо или консилятору отдать? Я вторую чарку на нем вырулить хочу. Джоли пишет, что сейчас ебут нерса. Да. Так можешь консилятору дать, у него 45-я. Потом как-нибудь. Но отдаешь. Отдай, ладно. Помните мою доброту. Так, помню. Двойная атака на Энха или на что это? На Ханта, да? И пойми, короче. Штаны какие-то обоссаны. Пробивание брони. Ну да, Хант. Вот я Энху закинул. Энху на СРПшный. А это что? Быстрина, блядь. Ну это Эршамовская чисто. Сразу та чарка, которая нужна. Блядь, вот у меня ее нету, нахуй. А кто у нас там Эршам, кому надо? 50% Вадикон? Ну, у меня есть такая, да, и там кто постоянно тоже хилит. Вадикон. Ну, Бидона я есть? Я вас в хилах не видел. Ну, Бидона там дохуя, у него коллекция, блядь. Короче, Вадикону закину, там с собой решите. Все, пошли на центрального. Бурибай, ты. Ну, он, ты. Бидон, это... ты же такой нету, говорит. Да ну нахуй. Трейд Вадикону кинь.
Я тебе отдам. Тогда бедон, да. Этот, вот это говоришь тоже, ну, Брюба это не хилит. Брюба, ебать, красавчик. Ну, он где-то там говорит, типа, ну, не хилить. А так-то он, если надо, спекается, блядь. Того же Хиля вылетела. Она же говорила, релогается. Она релогается, да, говорили. Пошли сейчас потупим у босса пока. Метки поставим. Так, ну по ДПСу, бля, я смотрю, Катрисия на втором месте, Шалфир на первом, Ревиз на третьем. Седжу, нихуя себе, блядь, на четвертом месте. Стиллер на пятом. Вообще жестко. Удивительно. Листья клена падают с ясеня. Нихуя себе, нихуя себе. Пригляделся я, и действительно. Охуительно, охуительно. Короче, для тех, кто тут первый раз. Вот вы вздыхали на боссе, значит... Блять, как правильно, Валафар. Блять, не созвучно с этим, знаешь, с типом, который в Аладдине был, нахуй. Джафар, нахуй, такой, блядь, противный, нахуй. Почему-то, блядь. Этот, Рога, короче, Ивар, особое внимание. Смотрите, когда будете под боссом стоять, босса бить, там будет проклятие на вас кидаться. Оно где-то после 50% хп босса будет кидаться. Черный пол, выходите. На черном полу Рога, смотри, можешь как выжить. Можешь ложный выпад нажать. Есть на панели ложный выпад? Вытаскивай на панель. Вот. Это. Значит, будет черный пол. Если там в мелизоне будет сверка, то, ну, ее, в принципе, танк закроет. Че кто-то сказал? Кто-то что-то сказал? Показалось, кто-то сказал Void. Вот. Ну и, короче, это. Выносить надо будет проклятие. Там вот на вас будет вешаться хуйня такая. Шиза на туре. И выносите вот милики вправо-влево. Не обязательно звезду, кружок, это для РДД примерно показано. Но вот эту решетку не засирайте бубликами. И когда вынесете эту хуйню, появится эта хуйня, крутящийся бублик, блядь. И с нее, вот как она появилась, выходите сразу. Потому что если в ней стоять, снижается получаемое исцеление на 80%. Это самая важная хуйня. Вот именно с нее выйти и продолжить дамажить. Ну еще там в конце будут сверки под боссом. Если под боссом будет одна, там две сверки, три, вы милики, ну, бросаете босса и кливаете эти сверки, чтобы они, ну, они потому что по 6 тысяч в секунду дамажа там, ну, могут вас сгрызть просто, захуярят вас, проебут хилы. Так, ну и по хилу, блядь, спекать кого-то еще. Блядь, Бурибая спекнуть или мне спекнуться, нахуй. Даже не знаю, мне, наверное. Рейсия пишет, он может спекнуть. Я понял, блядь, то могу, то не могу. Я уже спекнулся, похуй. Дайте пока что столик маги. Жратвы наберу. Новогоднее дерево, да. Я сейчас понялась песня этого фан-мода. Там, где на Новый год наряжают бруля. Давайте сейчас войду нарядим. Вам еще одно тело надо? Или как? Да тело не надо. А куда ты? В гильдию имеешь, да? Не-не-не, в рейд. А, вы же в ТТГ хотите? Мы сейчас в ТТГ, мы одного босса убили. Ну, вы фулл? Да, ну фулл пока, ну можно, если что, кого-то свичнуть, не знаю. Пока. Пока, такой, блядь. Ой, сейчас зайдет Рога в ЛФР, дашь ему право. Ага. Он здесь и не был. А нахуй я тогда ему объясняю, что они мудаки, блядь, не выбегают. Я понял, блядь. Ну, работаешь на сцену. Я понял, блядь. Так я даже этого не знал, блядь. Так сказать, ради нас. Я же не знал, что его нету, блядь. Я-то думал, он тут. А так вы после ТТГ что хотите потом? А подумаем что-нибудь сейчас. Можно целкаху сбегать. Можно целкаху. Так, можно ГМХМ сбегать. Не, вот в целка 25 я бы сгонял, мне души нужны. Посмотрим. Может быть ЦЛК, а завтра ГМХМ сходим. О, на ГМХМ и ВК. Жрите рыбу. Так, не забываешь, Эвилаша, значит, что на 20-й секунде у тебя удар. Всем привет! Здорово, это кто? Ровисту про ИВК не говорите, у него это больная тема нахуй. Это, если что, у меня полчасика есть, да, пока вы там проносите? Алло, алло. Кто это там здоровается? Кто это, топа? Да не, это кто-то другой. Он, по-моему, сказал, я топа. Друга молока. Это Бенсиллер хуйней занимается. Сукин сын, блядь. Мутану тебя сейчас нахуй.
Короче, это, не выкрикивай. Блядь. Не выкрикивай, блядь, туда. У меня пауэрбанк упал. Понял, блядь, из-за этого надо хуйню кукарить всякую. Хочу дыню. Запустите стрим кто-нибудь. Так, стрим тебе, вот тебе стрим. 1000 ИП, ну, когда-нибудь дам, если посмотришь мой стрим. Когда-нибудь. Бенсиллер готов? Так, сам так раздаешь? Нет. Бенсиллер готов? Прием, готов. Так, я твой стрим неоднократно смотрел, давай 1000 ИП. Да я чё? Масло, ну все, инсика, без масла, нахуй, вайп, нахуй, ложимся, ебать. Так, босс запустился. Бля, надо же хотать, нахуй, хули вы мне не говорите. Я стою, дюхай. Да не, забей. Сейчас упадем, бля. Мэтфокс, ты в хиле? Мэтфокс, ты в хиле? Нет. В хиле вижу. Я испугался. Так, работаем. Скоро будет дыхание. Так вот, удар, через 5 секунд будет дыхание примерно. Ебать лаги, пиздец, нахуй я стрим включил. Воронка, воронка. Воронка стоим, только, блядь, не все в ней, я выйду оттуда. Черный пол, выходим с черного пола. И дыхание за хернем. Ебать, я не знаю, что происходит. Все так лагают. И черный пол даже словил. Пиздец, бля, милики, хуёво вам, да? А ты чё, стрим подрубил? Да. Да, и так лагает на этом боссе. Так, дыхание, дыхание. Фокс, братан, не падай. Не падай духом. Блять, Энха сбрила, нахуй. Вставалку юзай. А он не в сети. А, не в сети, хорошо. Он вылетел, наверное. Нормально. Так, мобы Банжи идут. Мели пошли. Смотрите, на кого идут там. Надеюсь, не на танка. Ну, там, раздуплите их. 40%. Ну, секунд через 5 можно будет. Геру, наверное. Геру давай. Давайте, давайте, хуярим. Вот, проклятия вышли. Бурибай, Холидринг, Зози вышел, Бидон вышел. Вот, бублики появились, вышли из бублика, вернулись на места, вернулись на места. Бурибай, ты в бублике стоишь, Бурибай в бублике стоишь. Сдохнешь так. Проклятия, это захиливаем все. А, Вадикон сдох. Так, выходим, проклятие, еще одно, выходим. Вот 3-2 секунды, так, на мне, там, на Катрисе. И выходим с него, выходим. Стоим недалеко от бубликов, чтобы успеть зайти в них. Сейчас стреляма. Может, еще будет каст погружения. Хуярим просто этого петуха. Дыхание. Ну, треплёха дай на хп, и селфир тоже дай на хп. Побили. Всё, ну, там бью. Бля, я смысле, сдох. Куда? Я сдох, нахуй. Вот это вы меня не спасли, бля, я понял, нахуй. Бичуган. Да то я доспетку дал. Ой, как дела? Ага, ебать, пиздец. Ну зато я второй по хпсу, блять. Вот Фокс, как дела? Вообще это четвертый. На ДК. Нихуя не знаю. Более ДЦ, бидон, вот. Я второй видел. Блять, где моя чарка? Я вижу третий. Сейчас бы выхакали 25-ки, ух. Осколок лангиния. Надо кому-то? Копью лангина. Так, Седжу, да? А, там запа, дайте. Да ё-моё, чё вы мне даете этот мусор? Там. Так, кто хочет надо поговорить. С броней плечо? Себе взять, что ли? Возьми пароль чарпу. Да, в натуре чарку паролить, вдруг выпадет. Мужики, нужен дагер кому-то? Так, что ты говоришь, тебе давай. Надо, Биг Дэм? Запа. Вот эти с критом? Да. Ну, все тогда. Надо поспорить, ну. Все тогда... Так, что это такое выпало? Рунический удар. Рунический брель, хорошая штука. Кто там танк ДК? Владнига, есть у тебя такая хуйня? Это топ-чарка, кстати. Че, тебе не надо эту хуйню? Фукмастер. Он пишет, можно. Можно, но ему башка нужна. Там похуй, башка не башка. Тут смотри, тут мастерство. Да нормальная тема. Это. На, короче, тебе закинул. Вот именно вот эта чарка тебе нужна, чтобы она прокала. Это прям топовая хуйня. Так, а это что? С критом, со скоростью, короче, грудак на приста. На хила. Распылить нахер. Да, хуйня полная. Очень давно хочу такую штуку, ребят. Дыню? Какую? Так, теперь я в сову.
А где мифик-то был, блядь, и сейчас исчез куда-то? Он до Нового года не играет. А-а-а. Это давайте там то в DC, короче, ну, Новый год там, вот смотрите, завтра еще сходим куда-нибудь. Ну там, заходите по возможности. Как обычно, к 4. Да, да. 12. А 30. Ну, соответственно, что у нас? Я вот календарь смотрю. Пятницу еще попробуем поиграть. Ну, 25-ку, может, какой ГМХМ там. Ну, недолго пронесем. Может быть, и если будут нормальные люди, если, может быть, Геру пойдем там 6-7 боссов убьем. Вот. А ну, с 31-го, соответственно, уже точно не будет ничего. То есть точно отдыхаем. Ну, не знаю, там зайдите в игру, там десятку какую-то. Я, может, зайду, гляну. Может, зайду, может, нет, хуй знает. Ну. А на неделе, понедельник, вторник, среда, там тоже неизвестно, люди будут бухать, там, я не знаю, кто там бухает, 1, 2, 3, 4, наверное. Вот, а с 5, ну, начнутся рейды, ну, там, я не знаю, как вы, сколько вы бухаете, сколько там. Ты определись, с 4 или с 5? 4 это среда, 5 четверг, с четверга. 5 новое КД, ну. 5 новое КД, вот, с 5 уже будем думать. Ну, и самое главное, смотрите, как кто освободится, начинайте это набирать людей. Ну, в плане не то, что просто там набрал, там хуй пойми, кто он там. Ну, с обычно, вот у кого есть там права, там консул заметки давать. Права, если еще дам консул, чтобы заметки писали. Заметки, имя и спек. Вот. И, соответственно, людей спрашивайте, чтобы, ну, как-то пару вопросов таких задавайте, чтобы люди именно хотели играть. Ну, не то, что там, я не знаю, там, блядь, сразу там джайну убивать, нахуй. Ну, такие люди, для них другие гильдии существуют. А то, что вот там, в обычку, чтобы люди вот именно постоянно ходили. А с обычки люди оденутся, там, месяц-полтора, блядь, и все. Там малобар в гостиной просят добавить. И будет у нас Гера нормальная. Сейчас его закину. Как ты его, Валабар? Малабар. Так, Валабар, я тебе даю роль. А, или уже дали. Слышишь? Да. Можно, ну, если завтра рейд соберется, сейчас, ну, типу напишу, попробовать опять же продать. А, ну это. Да, да, попробуем. Если соберется, попробуем. Ну, а так, видишь, я просто не в курсе, будет рейд, не будет. Я даже не знаю, что мы сейчас после ТТГ пойдем. Это, значит, первая, вторая пати, начинайте в звезде. Дополнительно с вами... Ёбаный в рот, выруби там активацию, поет, блядь, что-то crazy bitch. Этот, дополнительно, значит, консилятор в звезде и Зози в звезде. Все остальные это РДДшники, хилы, ну, в милизоне, соответственно, Мэтт Фокс, спекайся в этого. Блядь, выхилят в 4, да? На, выхилят. Мэтт Фокс в сову спекайся, дамага больше будет. Вот. Значит, самое главное, запомните, первая, вторая пати звезде, Зози и консилятор звезде. Зози и консилятор, ну, Зози, если знаешь тактику, то нормально. Ну, там, надеюсь, выбежишь с гейзера. Вот, остальные там, Валфар, Гринбанан, блять, хуй прочитаешь. Пойдешь туда, вон, Валфар, Гринбанан, смотрел, вы на первой собаке сдохли, вон вам ромбик поставлю. Вот там, блять, прыгайте вдалеке, нахуй, и смотрите на все это. Вот, остальные там, кто знает, бейте спокойно там. Вот, самое главное здесь, это то, что гейзеры чередуются. Если первые, допустим, на меликах появились, то вторые будут во время обстрела, то есть совместно с обстрелом. Вот это самое главное не проебать. Здесь не ДПС, а самая главная задача ваша, это выбежать с гейзера, выбежать с лучей и все, не словить противоположного цвета урон. Ну, как бегать, как прыгать, вы знаете, да, что фиолетовые бегают постоянно или прыгают, а зеленые, наоборот, стоят на месте и перебегают очень редко, тогда, когда нужно. Все, а потом опять встают и стаки скидывают. В негласное деление, давайте. Значит, третья пати ближе к кружку стоит. Пати хилов, пачка хилов. Вот эта метка, вот этот треугольник, это вообще неприкосновенная метка. Туда никто из ДДД не встает. И четвертая пати, вот подальше туда, подальше к центру комнаты, в луне. Четвертая пачка, это вот я, Лианочка, Вадикон, Шалфир, консилятор там, вот. Вот два мага, Равис, Треплёха, ваша метка, ну, ближе сюда. То есть, и главное, на хилов не набегайте, не портите им, чтобы им выбегать с гейзера было нормально. Ну, соответственно, что там? Давайте чекнем, посмотрим. Ну, короче, я типу отписал, он сказал, пройдет к нашему РТ, если что, я ему отпишу. Угу. Ну, что за тип? Ну, покупатель на Брентроль. А, в прошлый раз который? Ага. Да, да. Я понял. Понял. Даю отчет. Готовимся. 5, 4, 3, 2, 1.
Смотрите только всегда с оглядкой. Стойте так. Вот кто это встал ко мне? Вадикон. Ну, надеюсь, мы выбежим. Назад побежим просто. Готовимся, ждем гейзеры. Скоро будут. Я понял, нахуй. Так, метка, меня спасите. Я остановился. Нихуя, а сколько нас тут было? Ладно. Че, умер? Там Вадикон умер. Блять, собака далеко, пизда просто, нахуй. Вот обстрел, смотрите, сейчас... По-моему, на РДДшниках будет. Вот мы сейчас с одного это сам. Вот на РДДшниках гейзеры, с них убегайте. Главное в рей, блядь, ты вроде маг, нахуй. Где твой блин? Я чуть-чуть. Бомж. Бомж, да? Рей, лох. Левую ногу зацепил. Лох, просто понятно. Блядь. Дамага мало. Четыре человека с пула лежат, еще и два РДДшника прибавились. Ну пробуем, хули. Немножко побьем еще. Сейчас гейзеры, смотрите, были на РДД, сейчас будут на миликах. Милики, готовьтесь. Вот у вас 4 уже сдохших лежат, вам сейчас нельзя никого терять. От слова совсем. Блять, на ДПС хуйня, мало вообще ДПС. Берегитесь. Проходим, РДДшники. Ладно. Прохладно. Вот РДДшники и гейзеры. Ляночка, ёбаный по голове, блять, не успели. Уяндок. Чё, падаем? Да, давай упадем, долго бить будем. Надо все то же самое, мы только... Убили почти. Нихуя мы не убили. Все то же самое, только надо, чтобы 4 тела с пула не лежало. Вот эти вот, кто там... Валфар, Гриндабал, вот эти все там... А я курить. Какой курить? Вы чё, бля, ебанулись? В столе, это, в комнате курим. Будет разрешает. Ну новогодняя хуйня, ну скидки, блядь. Мама, мне в комнате разрешили курить. Спасибо. Это мама запрещает. Так, этот самый Гриндабал и этот. Блять, давай, может, это самое, может, заменим, блять. Ай, блять, да не бей. Кого кто там тебя пиздит? Отпизди его нормально, блять, чтобы он там играл нормально, блять, что за хуйня. Гриндабал, ты что скажешь? Меня давай. Собака за хуй укусила сейчас. Я понял, там у тебя девушка как-то сидит, а ты так выражаешься, блять. Негодник. Я не про тебя говорю. И вон про чмонь. Нет, там собака у него. Я понял, что я нихуя не понял, бля. Да тебя не кусал. Я тебе, говорит, не кусал. Нормально. Сука. Ой, Бенстиллер, бля. Новогодний Бенстиллер. Этот, Там, Бегден пишет, Рарника, выкинь пока. Наоборот, надо его подамажить. Слышишь, что, Вар, это самое, я тебя свичну или Валфар Рогу? Кто с вас себя тут неуверенно чувствует? Давайте, почилите. Два босса вы убили? Этого надо еще познать. Так. Дзен. Вот этот самый, да, познать. Ну, потом, да, походим. Вон Рога просится. Вот Рогу свичнул, портуйся пока, ставьте. Так Вар пишет, это, чтоб его свичнули. Да, сейчас свичнем. Мидарк, заходи, кто там есть у нас? Кто-то был еще. Гиена был вроде, и Диего еще. Вот Мидарка вижу. Я помню, Мидарк что-то говорил в DC. Вот Мидарка возьмем. Мидарк, ты где там? Бля, где-то же было тут только что. Мидарк, прием. АФК, наверное. Ну да, он что-то говорил про полчаса, там, может, здесь ушел. Этот, Рарник, подходи. Ты тут? Рарник уже тут. Слушай, Вар, ну все равно это, работаешь.
Пока что расколы стакай. 5 расколов на стакай и убеги в ромбик. И там прыгай. Главное, сука, не сдохни. Потому что сдохнут там несколько бичей, ты подойдешь там хоть немножко ДПС дашь. Хотя бы 10к. Блин, блински, до Нового года 5 минут. Какой Новый год, нахуй? Вы что, накурились? Сегодня 29-е, да. Блин. Они уже начинают. Заранее. Реально подкурен. У меня уже подогрелось. Так люди разгоняются только что за неделю. Я понял, блядь. Даня, как раз тебя звали только что, вроде. Чё, ну я чуть-чуть занят был. Так, Валафар, я тебя пока кикну, потом это самое... Напомни мне ИП, чтобы твое не проебать, там ИП. А я могу тоже на ИП посидеть? Кто? Миддарк. Я тебя вообще в рейд... Нам давай в рейд сидеть. Заходи, там Вара свичнем, подамажишь. Вар, ну твой триумф, то есть, ну, пришел твой спаситель. Где ты? Плюсани еще раз. Ты можешь пойти в рейд подамажить. Да не, да не ты. Сука. Холи ДЦ, слышишь, пойдешь в это, попрыгаешь в Мелизоне, понял? Плюсани, попляши. Сделай сальто. Слышишь, Холи ДЦ, пойдешь в Мелизону сейчас, там будет вар. Точнее, какой вар? Блять, как объяснить-то, блять? Короче... О, у меня суман не прошел. Короче, вот так кину. Ну, внутри еще просто кто-то есть. Вар просто внутри, блядь. Вар, ты вышел? Ебаните ему портал или портанись. Бен опять хуйней страдает. Дайте ему по голове. Еще и в рейде поставил. Короче, Вар, я тебя кикну, потом тоже с Рогой плюс они. Это самое. Чтоб я ИП дал. Двойное ИП новогоднее там. Новогоднее. На туре. Это сколько? Да хуя, столько что не унесли. Опять не прошел, а почему? 2023. Ну еще не кикнуло. 2800. Блять, Вара еще не кикнула? Где Вар там, блять? Че, на ФК? Он уже улетел. Ну, портал не прыгнул. Я понял, блять. Тыкаем еще раз. Там сумму. Еще Вордфлекс пришел. Ну это сейчас кто первый с РДДшников сдохнет на гейзерах, то вместо вас Мурфлекс пойдет. Вот. Опа. Жри рыбу. Так. От конюха падало, как они? Да, нет, не знаю, ну, да, что это. Упал. Ханюха, да, Танюха падала. Конюха. Танюха, Таня. Все готовы, даю отчет. Кто сдохнет на первом гейзере, тот пидор. Так что имейте в виду. Лучше не домашний. И бич. Ищи. Дополнение. Блять, как удобно, один гнев дал и сразу хуяришь. Провис пиздец дамажит там, 27к на бурсте, 30к нахуй. Я бы тоже ебанул так же. Сейчас Элли мы могут. Дай бог. Готовимся, гейзеры уже скоро будут, готовимся. Первые на ком там, я не вижу. Милики, уже готовьтесь, блять, как-то вы стоите так, что вот на вас как раз. Вы заранее, блять, вот видишь, блудника нахуй. Пацан просто не ожидал, блять, такого напора, блять. Ладно, один лучше, чем 4, нахуй, теперь играем. И получилось, не фартануло. И самое главное, сейчас будут гейзер, следующие будут на РДД, и там они просто чередуются. И они будут одновременно с обстрелом. Вот скоро обстрел, готовимся, вот он прям скоро уже. Вот он обстрел, видите, собака скастовала. Готовьтесь, с этого выбегаете луча. И гейзеры, вот они, хуяк, и с них выпрыгиваем. В рей конфликт словил, мудак. Инсика бедонки. Бля, пиздец, вы охуеть. А как вы сдохли-то, два бича? Меня в рей это лох. Потому что бичи. Пиздец, нахуй. Холи ДЦ, хэлла, остаетесь хилить. Вадикон, если что, подхиливай. Я тоже попробую подхиливать. Короче, и Равис тоже. Вот Равис метка, давайте засейвите метка. Его. 4 чела, сбегитесь туда. И выйдет он цепуху туда моментально, что-нибудь захильтесь. Вот захильтесь, выбегите, разбегитесь. Вот гейзеры на миликах. Вот, Хулидринг сдох, блядь. Пиздец. Гриба еще, блядь, лежит, чилит. Ну пробуем. Ну надо хилам, вот сейчас милику, блядь, прохиливать нахуй. Помогите их прохилить, поднять. Хилы не успевают. 2 хила всего лишь. Ну то. Бим дал. Так уже толку, уже все захилено. Там надо точечно хилить. Вот гейзеры вышли. Следующий на РДД уже будет. О, пизда, нахуй.
Рависта я сейчас только что спас, нахуй. Хиливаемся. А вот это что за демоны, блядь, зажимают, стоят хилов? Бегите или умрите. Обстрел. Валь. Блядь, Равис, ты все лучи словил. Короче. Ладно, давай еще побьем. Захилим сейчас Мелизону. Ну, а все уже, падаем, ложимся нахуй. Не добьем. Сука. Че, ГП пора расчехлять. Падаем. Сбегаемся, сбегаемся, падаем. Ебать, мы не добьем. Нас. Ну, сразу кто-то вышел из корда. Привет, ребята. Добрый день. Давайте. ДПС просто... Зайдите в лужу. ДПС просто у некоторых там маловато. Блять, хулидринг с бурибаем рано сдохли. Пошли, забегаем. Лудника, надо, чтобы ты не сдох, блять, на этой залупе. Пожиратель яростный откусывает плоть жертвы. Я понял. Так, и куда нам идти, да? 21.45. Куда идти? Целка или... вот? Ну давай, с этого трая убьем, да. Пойдем целка. Давай ГМХМ, может, люди печеньки полутают. Ну, можно ГМХМ. Поставил рыбу, быстрее жрите. Ну а ГМХМ шалфир пойдешь? Да, можно. Он не болгий. Ну, если грулем умрет, конечно. А хули он умрет? На груле потновато будет. Да, кстати, ДПСа мало. Не, ну, блядь. Выбор невелик. А боба. И невелик. Ну куда, говори, зову кента. Ну, давай завтра целка тогда попробуем. ХМ-ку причем. Может, ХМ-ку. Рарникова, Дикон, вы где там? Рарник, беги сюда, жри. Новогоднее ГП завтра в ЦЛК 25 хм на леди. На духах. Да ебать, мы дольше трех траев не тратили на нее. Нормально убиваем вроде. Ну если только дохуя новых людей. Рарник, прием, блядь, ты где? Мне просто нравится, как Войт орет. Бегите от духов постоянно. Так а если не орать нахуй, люди просто встают нахуй. Как ступор нахуй. Я сидел тогда ЦЛК 25, я трещал вообще жестко. Так а хули, блядь, ну, если не говорить, что делать, люди, вот тут тоже, тут я, видишь, я не могу, я даже если буду говорить, о, там милики гейзеры, так пока я гейзеры произнесу слово, они уже взорвутся, нахуй, уже 5 тел будут лежать, гейзеры. Иногда просто засирают гейзерами, так что. Так вы старайтесь в одном кемпе стоять, ёбан. Чё вы, блядь, все в разнобой бегаете? Так, дают чё-то. Поверить здесь нельзя. Да. Мили, в одном кемпе старайтесь стоять, и вам проще будет уходить. Сука, что это за тупая привычка второй гнев кастовать, да? Смотри, я вроде вон почти догнал рависта. Чё за хуйня мне? Это на выходе, скажи. Нихуя, шем соберу, блядь, будет там. Это 4 на прокол. Будет на выходе и на входе, блядь, будет вообще пиздец. Мили. А, блядь, выпрыгнул я с него, сука. Понятно, блядь. В разные точки, в этот, к сове сбегитесь, в луну еще тело какое-то, сука, да мы тут сдохнем. Да уйдите, блядь, сука, бабл нажал, ну шо вы не видите нихуя, да все шо, уже, все уже две хуйни взорвали. Ясно, АФК. А бить... Я не могу достать, нахуй. Ебать, собака далеко, нахуй. Ладно, я постою просто. Стоим. Обстрел. И гейзеры. Падаем. Кто это конфликт сейчас словил? Ну-ка. Шелфир, я понял, нахуй. Падаем или бьем? Падаем, так ебать. Столько людей сдохло. Кто добивать будет? ВХ упал, блядь. Ну я. 2 милика и 4 РД. Да хуя, минус 6 ДД. ВХ упал, ШМ упал.
Я упали. Первый шейм пошел, второй пошел, третий упал. Ну, начали с ВХ, закончили шеймами. Зато собрали. Саня, заходи, будешь третьим. Могу Саня, четвертого я... закинуть. Я тут не умираю. Да ладно. Ага, держи в курсе. Ну, было дело. Ну, было пару раз, но это чисто там... Пару-тройку. Пингарами. Ну, пару-тройку ну, да, для тебя, блядь. У меня реально пару раз. Не считая еще, блядь, половина он не считал вас. С пугами то, что он 20 тысяч рейдов с пугами сводил, и там еще 100 раз задыхал, нахуй. Просто мы не видели, как он косячил, блядь. По-любому, да. Думаешь, тренировок у него было куча, да? Да. Прежде чем пойти в 25-ку, блядь, я... Десятки обрыгался. 6 недель, нахуй, блядь, закрывал десятки постоянно. И 6 недель это большой срок, нахуй. Серьезное дело. Так, проверка. Чинитесь у Дживса. Он починит вам. Скидка новогодняя там 50% есть. Да нихуя нет. Тогда верни 4,5 голды. Я понял. Ну шо там, блядь? Скоро ты это пьешь ману там, блядь. Дайте ему ревиз, дай ему иннер, блядь. И давайте нажимаем да. Да все, он уже почти фуловый. Нужна полная мана. Он, видишь, блядь, 1000 маны не хватает, он уже не будет пулять, блядь. Хилить еще не будет, блядь, я понял. Дает что-то. 4, 3, 2, 1. Где мои криты по 30 тысяч, сука? А вот они. Да почему я в таком в очке, блядь? Готовимся, гейзеры скоро будут. Внимательно, блядь, милики уже там, блядь. Выбегай заранее, хулидринк. Вот уже на вас как раз. Седжу, как дела? Как дела? Хуёво, скажи, блядь. Сбегаемся в Вадикона. Я нажму бабу. Вадикона, Вадикона. И выходим, и выходим. Молодец, нажал бабл. Блядь, Седжу ГЦ, блядь, сдох, блядь. А чё ты ключ не надел? Ну, всё равно мало дамажил, нахуй, видишь что. А боба. Обстрел, обстрел, внимание. И на РДД этот самый гейзер. Сука, Равист, почему? Блять, почему ты сдох? Нет. Все, ты не заслуживаешь МК, я буду в рею кидать. ВХ лежит, что делать? Сука, может резнуть его? Если мы резним, он будет зеленый или фиолетовый? Смотря где резнешь. Давай, Равист. Блять, кое-как спас. Равист, я тебя резну, и ты отбеги отсюда от нас. Сейчас эта хуйня пройдет, подожди, ауешная. Подамажишь. Вставай и отбегай отсюда, к стене. Потом, когда метка на тебя повешается, отбеги, отбеги, постой там. Все, подожди, метка какая повешается. Если фиолетовая, то пойдешь в обход туда. Блять, зеленая. Нет, зеленая на него повешалась, нормально. Блять, еще конфликт. Фиолетовая. Да фиолетовая. Нет. На нем, какая в жопу зеленая, блять. Зеленая на нем разумная. Зеленая. Это он конфликт два раза словил просто. А как словил, не знаю. Видать, фиолетовую эту. АУЕшку словил. Да ну нахуй, блядь. Банк, поздно выпрыгнул. Так, бидон да. Хэлла, работаем. Мне просто кто-то говорил, что когда ты нахуй... Бидона спасти, бидона спасти, подошли быстренько. Блядь, а вторая метка-то? Ага, выпрыгивай. Блин, нахуй, понял, блядь. Там типа одна не убивает, блядь. Блядь, треплюха, ты заебал. А мы 4 было. Ну мы не падаем еще, мы бьем, видите? А все уже конфликт. Все уже падаем теперь. Сука, ебаный в рот, говно, блядь. Там фишка, знаешь, что, почему не резают? Потому что, когда на нем нету метки, там ее секунд 10 нету, вешается это.
как она называется, блять, вешается и та, и другая хуйня. То есть вот, если в этот момент на фиолетовых вешается, но на нем нету, и на него все равно вешается эта фиолетовая, вот эта, которая 500 урона вокруг. Она на него повешалась. Да, она на него повешалась, и на нем потом зеленая повешалась. И он один раз конфликт 5 секунд простоял, весь рейд прохуярил, и второй раз простоял. То есть, ну, из-за этого не ресают людей тут. Вот, ну, бывает, везет, что попадешь в окно, когда эту ешку не дает. Вы там раздупляетесь? Вы там Давайте раздупляйтесь в натуре, блядь. Ты сегодня 4 часа все спал. Ну, да, чьи, надо... чьи проблемы-то? Надо быстро-быстро его сейчас убить. 4, я полтора, слышишь? Ну, я вообще не спал, нах. Кто меньше, да? Я не спал уже 5 лет, нахуй. Из-за того, что хурюк, сука, ливнул, блядь. Ну да, блядь, собрали шем, ливнул. Пизда просто, блядь, поступок охуеть. Ты еще спрашивал у него, мы тебе шейм соберем, ты не ливанешь. Ну, так... как в магазине, знаешь, прийти и спрашивать, говорит, а эта вещь мне точно идет, да? Она действительно хорошая, да? Да, да. Ебать. Такие, да, она тебе очень идет, у тебя глаза по цвету этой шапки, блядь, там, ну. Сука. Ты на какие рынки ходишь, блядь? На рынки, блядь. Он заказывает в интернете, блядь. Обычно Зару рынке, зашел. Алга, да, гоу, может, да? Нет? Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2. Сейчас, короче, кто умрет, тот хуже пидора, короче. Прям, ну... Типа не человек? Вообще. Человек, котлета на палочке, нахуй. Как говорил этот. Брюс Уиллис в пятом элементе. Вы, сэр, сэр, вы являетесь человеком? Нет, нет, я котлета на палочке, нахуй. Сука, я выпал с этой хуйни. Вот сейчас скоро гейзер будет, смотрите на ком, блядь. По-любому на РДДшниках давно не было. Смотрите, блядь. Не, на миликах, нахуй. ГЦ, там, рарник, рарник. Как дела, блядь? Или drink bubble, да, за юзает. Ой, рарник, блядь. Обстрел, смотрите. РДДшники, сейчас смотрите, блядь, на нас будет гейзер. Проклятие шема. Блядь, 4 конфликта, нахуй. Падаем. Жестко. Вы что, блядь, сука? Сука конченая, нахуй. Давайте, блядь, быстрее. Падаем. Падайте. Блядь, что у вас за хуйня? Ну. Свапай лоу ДПС, хз. Так а на кого свапать? Да, просто. Рарник. Вордфлекс. А кого свапнуть? РДДшника какого-то или Энха свапнуть? Не вот, знаю. Вот сейчас рарник упал, он на 19 месте, 740 тысяч надамажил. Вот можно его свапнуть. Но я не буду. Короче, кто, блядь, не понимает, что тут происходит? Там Равист пишет, что у него лагает все. Блядь, Равист, вот как тебя свапать, если ты 20-ку даешь? Ты побей еще, ну... Wordflex тут? Сейчас Wordflex задамажит. Где он? Я его не вижу что-то. Я его не вижу в онлайне. Короче, сидим дальше, бьем. Пробуем. Похуй. Лагает. Ничего страшного. Ну, потому что нет другого состава. Вставай, давай. Ставлю рыбу. Ну, так давайте сделайте так, чтобы, блять... Ну, тут не получится за каждого отыграть. Я не смогу вам каждому за ручку отвести там от гейзера, блядь. Рибахните. 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 Как будто гавкаешь.
Как знаешь, у рэперов есть такие песни. Я вот недавно с Сигалом фильм смотрел, нахуй, там какой-то негр играл. Ну, короче, ебать. Чё, Сигал ещё в фильмах снимается? Ну, в смысле, там 2000-х где-то, вот, тех, в тех годах. Ебать там какой-то рэпер, ебать там песни, пиздец. Оф, вот это все нахуй. Негры, они ж постоянно гавкают в песне. Да, да. Ебать, угарно. Ну, это Уилл Смит. Мидарка, Трисия, как дела там, блядь? Может, начнем, блядь? Мидарк. Збс, я понял. Мидарк, ты чё, чё там за бич на третьем месте? Не знаю. На четвертом ты хотел сказать? У меня на третьем показывает. Все, Мидарк готов. Так. А ты про Crazy Beach? Равис, я говорю, что за бич? Треплёха. Все, все готовы, даю отчет. Блять, не сдыхайте нахуй, ну это, ну... Чтоб не лежать, не чилить. А, ну... Собрались тряпки, нахуй. Брались, ёбаный по голове. И пошли в ТТГ. Ай, бать, секунду целую простял. Так, пытаюсь обогнать Катрисию. Так, 4 друида первое место, Бенстиллер вырывается на второе. Сука, негодяй, ты будешь на пятом. Смотри, вырывается один хуй. Бурсты кончились. Слышал поговорку, всегда побеждает черепаха. Да. Я в God of War. Опа! ГЦ. ГЦ. Холидрин, как дела? Короче, я в God of War слышал этот не анекдот, а история, нахуй. Черепаха победила, говорит. Почему, говорит, она победила? Она была терпеливая, блядь, все дела там. Ебать, у него истории топовые. Не, игра вообще кайф. Вот обстрел, смотрите, РДДшники, сука, не сдохните сейчас. Вот обстрел, смотрите, хуяк. Хуяк, выпрыгиваем, и это гейзеры, блядь. Два конфликта просто, блядь. Да в пизду нахуй, ёбаный в рот, блядь. Жопа горит у нас, блядь. Минус 4 пока. Давай побьем. Вроде 40%. Ну, всего-то. Всего-то минус 4. Ну так-то это хуёво, блядь. Но если типа дальше никто падать не будет, можно добить. Да. Ну, вот Зози. Следующие гейзеры, блядь. Зози просто отвалился. Ой, понял, блядь. Берегитесь. Сколько у меня каз забили, блядь. Я там помогаю подхиливать, блядь. Вроде можем добить. Прям, ну там чё, 15 лямов. Надо, чтоб сейчас на гейзерах, на обстреле никто не... Гейзеры, сука, выбегаем. Нормально. Шанс есть, нахуй. Еще осталось миликом отбежать. Милики, ждите, следующие гейзеры на вас будут. Так, кто там? Бидон, надо Хэлло. Спасти Хэлло надо. Засейвить. Мне кажется, сейчас убьешь меня. Спасти, спасти надо. Себя хилю. Кое-как, блядь. Пиздец вообще. Криптолк, сука, проебали столько людей. Ну пробуем еще бить. Че там, 10 лямов? РДДшников 9 штук живых есть. Катрисию, хильте, 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 не проебите их сейчас. Сейчас 4 хила живых. Что-то стоим хуёво, да? Гейзеры на миликах были уже? Вот сейчас захилим твою ешку. Рарника, Катрисия, не сдохните там. Единственные милики, потом добивать босса, если что будем. 3 ляма. Верим. Гейзеры выходим. Я понял, блядь. Треплёха в рей, блядь. Где твой блинк? Там же. Зато консоль. Да не, сейчас-то добьем. Ну а что ты говоришь? А чё тут? Ну, по ИП раздавать вообще бред. Тут шмот бредовый, блядь. Какой-то нихуя не стоит, какой-то, ну, все стоит. Типа дохуя. Который с чарками. По-другому как еще? Да он про консул на треплёхе. Зато корж. А, я думал про лут, блядь. Вот она, кожа. Где? Руки твои. Ну. Шучу. Сука, я прям поверил, блядь. Я смотрю, блядь, читаю какую-то хуйню длинную, блядь. Ёбаный рот. Сука, а что там выпало?
Теневое, блядь. Там на рогу вроде. Ай-яй-бал. А если кисти рук, пресеты будут крутить нормально, то может моя чарка выпустить? Стрела тьмы, это ШП? Ну да. Может, может. Может выпустить чарка на ШП. А проклятие рога это кто? Сиджу в коллекцию второй, нахуй. Двое рук и упали все на лока. Какие запы, Катрися, что тебе надо, на эрдру? Ману восстанавливаю, нормальная тема, да? Так, Катрися. Так, а вот это надо кому-то, теневая вот эта хуйня. Там плюсуйте, кто там, Рога и Вар на ИП. Всем ассистов дал. Ну да, попробуем ГМХМ. Вот Рога плюсует. Мне сейчас придется отвалиться. Газацом сейчас поеду. Хорошо. Этот самый... Что это, мне скажите, вот эта стрела тьмы, это что, на лока, да? Кому-то? Это на лока, это оба на лока. Две чарки на лока, короче. А, нет. Ну, я понял паролю. Локом не надо, у нас локи есть вообще? А, Лианочка, надо тебе эту хуйню? Со стрелой? Так, а это первое, какую я линканул? Вот это вот, да? Так, а с роком это... Вот неумолимый рок. Так, вот эту тебе надо, да? Так, а? Ту отдал тебе, посмотри. Вот. А вторую кому надо? Мидар, говоришь, тебе надо, да? На ШП покрутить. Или кто? Да-да-да. Дарк. Треплёха тоже, да, крутить будешь? Ну давайте, кидайте ролл тогда, Мидарк с треплёхой. Да-да, хорошо. Пока трэш побьем. Да, все, я понял, я поехал. Я этому отдал Катрисии. ЕП-шку раздай, он замена плюсанул. Сейчас. Ну, кстати, это Войд кинь на Лингрена от Хэлла. Ага. ЕП-шку. Слышишь, я Катрисии отдал, у него спроси Мэтфокс. Если он еще не отошел, ну он подойдет если что. Так, Ляночка, на тебе пита. А, у тебя нету. Блять, а вы куда все делись? Она себе забрал пета. Блять, я его уже выучил. Кому пета надо, потом передам. Так, кто там плюсанул? Вар этот плюсанул. Сейчас. Да. Так, двойной ЕП, это получается 2800. Там двое. Ну и это ТТГ-25. Так, за ТТГ дал. Пошли в ГМХМ. Попробуем. Ну что ты, Мидарк, все? Ну да, да. Не, мне просто за отцом надо сейчас ехать. Ну, я, может,